Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами мультикрипто-краном, где мы можем собирать 10 монет, в том числе и USD доллара. Пройдя в описании по ссылочке, вы попадете на такую страничку. Здесь уже сами все посмотрите. Прочтете. Вот тут какие кошельки рекомендованные. Это все вопросы-ответы. Значит, есть страничка на Facebook. Кран это абсолютно без вложений. Но также можно делать и апгрейды. Я сюда вкладывать ничего не собираюсь. Буду работать без вложений. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, пароль. Ставим галочку. Нажимаем зарегистрироваться. Попадаем на такую вот страничку. И вот сразу у вас будет такая USD. И сразу же у вас начнется майниться монетка. Здесь, значит, вот столько криптомонет USD. У меня уже 0.201 монетка. Здесь биткоин, интериум, биткоин кэш, лайткоин, XMR, доги, TRX, Dash, XLM. Всю эту криптовалюту можно зарабатывать. Нам дают без вложений первый уровень. Также в вопросах-ответах написано, что без вложений можно выводить. Значит, как собирать? У вас загружается шкала. Далее, как она загрузится, вот 0.201 дается. Вот она у меня уже собрана. Нажимаем собрать. Появляется капча. Разгадываем капчу. Так, мосты. Подтверждаем, нажимаем отправить. Все. И вот началась майниться как бы монетка опять. Здесь у меня стало 0.202 USD. Также переходим на биткоин. Также вот такое количество на бесплатном уровне нам дают сатошиков. Нажимаем собрать. И собираем. Так, переходы. Отправить. Все. И вот так всю криптомонету. Вот она вся тут. Можно собирать. И вот дается определенное количество монет. Так. Далее что вот у меня вот монетка USD собирается. Что еще здесь? Теперь по кабинету. Здесь у нас реферальная программа. Партнерская ссылочка находится. Так. Здесь уровни как бы. Далее, что транзакции у меня нет, я не собираюсь. Здесь вопросы-ответы можно почитать. Так, как работают апгрейды, как я могу узнать. Так, как вывести крипто или доллары США. Это все прочтете, все нажимаете. Так, и что, какие кошельки, как я могу вывести прибыль. Это все здесь прочтете, я не буду уже зачитывать. Здесь у нас настройки. Значит, сменить пароль. Здесь мы прописываем криптокошельки. Обратите внимание, какие они рекомендуют кошельки. Сюда вот, например, Payeer прописываем. Нажимаем сохранить. Так, далее что? Депозит мне не надо. Меня интересует вкладочка «Вывод». Например, USD. Значит, смотрите. Выбираете крипто-кошелек. Ой, крипто. Ну, здесь Perfect и Payeer. Так, например, Payeer. И минимальный вывод вот здесь. Смотрите, минимальная сумма вывода 0.5. Это 50 центов. Я хочу сказать, что не завышена минималка. И можно насобирать. Также биткоин, например, вывести. А здесь можно выбирать криптовалюту. Значит, биткоин минимальный вывод
0,308. Это у нас 80 тысяч. Вот. Вот у меня 15 сатох. Сюда количество прописываем. Нажимаем вывести. Так, что еще вам показать? Вроде я все такое рассказала. А, ну здесь вот калькулятор. А здесь уже уровни. Вот наш бесплатный уровень. И здесь апгрейды делать, если второй уровень $10 и по нарастающей. Я ничего вкладывать не собираюсь. Значит, биткоин. Что у нас здесь? Вот такое количество. Тут уже сами. И целым. 0,25. А сколько же сейчас собрать, посмотреть на вывод у нас светофора. Пропускаем. Автобусы. Отправить. И что у нас вывести? XLM у нас. Ага, 5 монет. Вот. Ну, смотрите сами. Вот такой вот кран без вложений. Я думаю, можно поработать. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Вот у меня уровень 1. Так, USD ставлю. Вот сейчас у меня загрузится, еще получу монетку. Ну, кому интересно, пользуйтесь. Неинтересно, проходим мимо. Будет что выводить, буду ставить на вывод. Как я сказала, вот Telegram, Facebook. Вот Facebook. Сейчас перейду. Я сюда заходила, читала информацию. Так, показать перевод. Плохо грузится у меня. Сейчас загрузится. Здесь тоже можно это все почитать. Вот. Это что у меня кран готов. Можно его собирать. Такого вот оповещения. MoneyFallCat предлагает бесплатный первый уровень для каждой поддерживающей валюты. Это 8 криптомонет и USD. Вы можете использовать свободный уровень столько, сколько пожелаете. Он никогда не истекает. Если вы хотите максимально увеличить прибыль, то нам предлагают купить, как бы сделать апгрейд, да, повысить уровень. Я не собираюсь. Как бы, ну вот теперь все. До новых встреч.